Приветствую всех у себя на канале. Сегодня будем разбирать мой телевизор. Немного появилось время. Так вот он выглядит. Будем делать быстрый разбор. Так, называется телевизор у нас. Называется телевизор Горизонт C355. 2 USCT-51-3. Цена 610 рублей. Когда-то стоил. А то пришел помощник. Рыжик. Прошелший войну. Выбили ему лапу. Подстрелили с воздушки. Ну ничего, выжил. Опа. Двумя движениями снята крышка. Крышка, разъем с предохранителем. Рыжи, не мешай. Это мы разбирали тот раз. Сейчас посмотрим, что тут у нас интересного внутри. Начинка неплохая такая. Начинаем с плат малых. Они тут-то было. Ага. Что-то они их приклеили. О, выдрал. Короче, они припаяны, я думал, на этом. Как его называют? На разъемах, аж вот припаяны. У нас транзисторы. Красные. Они ничего не содержат. У нас КТ-940А вот эти. Два штуки. Так, бросаем туда вниз. Ладно, рвать не буду, посмотрим дальше. Ай, пальцы продираю. Еще два КТ. Уже 4. И на третьей плате у нас также есть 2 КТ транзистора. Получается 6 штук. Дальше у нас стоит такая вот платка интересная, керамическая. Я не знаю, что у них содержится. Видно, небольшие такие КМ-ки вот. Снизу, возле пальца КМ-ка. Что-то резкости нету нашей этой камеры. О. Ладно, будем дальше разбирать. Платка, конечно, такая интересная. Вот видно трубчатые конденсаторы. Я думал, будут все эти КМ-ки. Даже нема. Вот еще одна у нас керамическая платка с микросхемами, с мелкими КМ. Микросхема К174Х1М. Две штуки такие тут. Это вот у нас танталосодержащие конденсаторы здесь есть. Один, это два, три, четыре, это пять. Это вот 6 еще один. С этой стороны запрятался. Или не тантала. Этот не обе. Вот еще один. Тоже синенький. Вот платка у нас. Ай, бляха, не достал. Сейчас вытащим. По частях пошла. Короче, не буду ее ломать. Хай стоит. Так. Ну, если интересно, это покуда 6 у нас этих. 6 штук транзисторов. С этой стороны вот еще транзистор. Один КТ-602. Потом вот Ниоби или Тантал, там я не знаю что. Вот еще два таких же. Ну, немного есть интереса тут.
маленькие вот транзисторы бочонки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 штук. Потом на этой вот плате у нас, на этой плате флажки только. Еще один транзистор КТ-940А. Такие вот радиаторы алюминиевые содержатся. На радиаторе у нас большой транзистор КТ-838А. А здесь тоже такие небольшие, они ничего не содержат. Алюминиевой такой вот пластины толстой, 4 мм где-то. Идем дальше, что тут есть. Так, внимание, опасное напряжение, без нагрузки не включать. Сейчас посмотрим, что там у нас. Это быструю разборку провели так. Опа. Главное руки смотреть, то что пластик этот. Кожу все вроде сдираем. Опа. Так, выдрали. Вытираем разъемы. Убираем стороночку. Так, у нас тут видно только вот бочонок. Один, вот второй бочонок. И транзистор. Без обозначений. Только Х-буква стоит и все. Том, что у нас. Вот первый попался такой цилиндр, что много керамических этих. Керамических именно плат. Вот на этой что, драуда поломалась. Интересно, что-то видно. Бляха, разломал. Так, сейчас мы его аккуратно соберем отдельно. Видно залитые КМ-ки. Вот. Три штуки. Это счастье отломанной. Три залитые там. Потом еще вот снизу две КМ залитые. И сверху две. Немного есть. Так, мы его положим в сторонку, чтобы не затирался. Также здесь видно вот с этой коробки. Торчат еще такие самые красные платы. Бляха. Боюсь руки порезать. Все-таки керамика трескается. Пассатижами достать так нельзя. Легко. Ладно, о, открылась. Это у нас плата, получается, К04УР030. Кое-что я заметил, интересно. На ней тоже видно, о, бочонок залитый. Здесь такая вот хреновина. Забыл, как называется там. Малость нити есть золотые, с чистого. Ну и видно, КМ-ки маленькие позалитые. Такой довольно интересный телевизорчик. О, ломится. Здесь тоже это стоит вот, с нитями. Микросхема. Рядом. И видно, он зеленая КМ-ка. Но эту плату оторвать нельзя. Большую. Это зеленая КМ. Маркировка М220. 84-й год. Не знаю, наверное, они не содержат ничего. Толстая такая, миллиметра где-то два толщины КМ. Вот насчет ее именно я не знаю, что там содержит она, что не содержит. Если нет, значит нет. Скорее всего, что не будет ничего. Если эти вот бескорпусные залиты, что нормальные, так интересно. Много здесь. Вот на этой плате видно тоже нормально так. И транзисторы такие стоят. В этих транзисторах золотые подкладки позолочены. Эти вот коробочки интересно открывать, конечно. Я всегда знаю, что там попадется.
Так, здесь тоже видно такие же транзисторы, вот, с позолоченными этими подложками. Называется КТ. А не, ГТ. ГТ-346. Но позолоченные, обычно ГТ они не позолоченные идут, а это позолоченное, странно. Никогда не знаю, что сюда в советское время перли за начинку. Полевички, вон видно, маленькие, тоже много. Это с такого вот что. Плат сколько наложил. С содержанием драгметаллов. В основном это у нас КТшки эти вот. КТшки такие черные. Содержит золото. А остальные так. Опа. Сейчас основную плату вытираю. Пойдем внутрь, посмотрим, что тут робится. Она держится. Так. Одной рукой неудобно просто. Так что поразгинаю сейчас крепление. Открою. И резким рывком достается пол телевизора. Все. Все мы не проглядели. Вот эту вот плату внутри выдралось. Управление. У нас тут видно, о, три бочонка стоит. Вот три бочонка. Потом вот этот четвертый с этой стороны. И внутри. Опаньки, что у нас тут внутри? Интересно. Она здесь ПП-340, 69-й год, 10 кОм. Это с содержанием палладия будет, скорее всего. Ну и флажки. Ну да, с интересного у нас попалось. Здесь обычно бывает КМ-ка стоит, ну. Сейчас я заберусь на минутку. Опа. О, как я и сказал, здесь у нас КМ-ки часто бывают. Бывает не обе с танталом, а бывает КМ-очка. Вот она, маленькая КМ-очка такая. Наверное, миллиметра 3×3. Ну и то интересно. Получается, одна КМ-ка большая. Вот. Такая жирная. Ну, скорее всего, что там ничего нету. А вот это вот уже что-то будет содержать. Называется она F15N. Ну и здесь вот такие видно светодиоды. Тоже там подложки внутри позолоченные. Ну, интересно, у нас это R18. Резистор переменный. ПП-340. 10 кОм, 69-й год. Вот этот вот. Скорее всего, что будет там палладий немного. Это у нас все, что по драгметаллах. Это вот эти светодиоды. Потом транзисторы. Но я в основном интересуюсь это такими вот транзисторами. Их самое легко так перевернуть. О, еще не заметил транзисторчик такой вот, КТ-шка с подложкой позолоченной. Сейчас я... А нет, ложки тоже позолоченные. Не буду выдирать, хотел пассатижами выдрать, но это ножки останутся, потом затираю. Ладно, хай так торчить, выпаю потом. И осталась у нас начинка здесь. Плата стоит такая. Не знаю, где что. Эта начинка у нас, интерес, медь осталась.
меди здесь немного в этих телевизорах, что на транзисторах, ну есть. Снимать не буду сейчас, чтобы не разбить кинескоп. Да так покажу, вот здесь такая вот сферита внутри. Это у нас грамм 300 меди и такая вот красивая оплетка внутри стоит, это на экране. Я их собираю отдельно, эти оплетки, на цвет мед не сдаю. В этих оплетках хорошая деловая проволока. Непонятно, когда пригодится. Можно продать кому эту проволоку, можно самому что сделать. На катушке хорошая штука. Но я ее стараюсь не повредить, аккуратно вынимать. Уже такой проволоки, наверное, килограмма 4-5 насобираю. Вот такой вот с экрана у нас кусок меди. Здесь внутри многожилка мелкая идет. Ну она весом грамм где-то 300-400 такая. Но здесь красиво проволока. Раскручивать не буду, показывать. Разбираю без перчаток, руки черные в пыли этой. Такая вот оплеточка. Оплеточку оставляем на деловую медь. Ну, эту собью аккуратно, чтобы стекла не наделать. Ну, по остальному вы видели все. Есть немного тут содержания. Вот еще трансформатор с медью. Ну, все, не попадались мне такие вот телевизоры, чтобы было ПП, это 340 резистор переменный. Обычно СП3 и все. А здесь интересный попался. Еще намечается у меня на этой неделе, наверное, штук 7 старых советских телевизоров. Будем потихоньку разбирать. На этом, думаю, будем заканчивать. Дальше я все это пособираю, дело занесу под навесик. Там буду зимой собирать. Так что буду я заканчивать уже. Кому было интересно, ставьте лайки, пишите комментарии. Кто смотрит, кто разбирал телевизоры, кто занимается разборкой, делитесь своими интересными образцами. Зайду на канал, посмотрю. Ну, буду заканчивать. Всем удачи. До свидания.